Мы, друзья, во-первых, всем добрый вечер. Салам алейкум, алейкум салам. Мы, самая неизвестная группа в Дагестане. Группа с таким названием The Cosmic Dance и этот. И мы сегодня решили немного поиграть на свежем воздухе. Мы сегодня поиграем, вы послушайте, потерпите. Зацените. Все, мы начнем. Поехали. Все, давай, наберу.
проверка звука. Лишь бы это не стало правилом. Теперь мы сыграем для вас песню. Так, следующая вещь у нас называется «Все пройдет». Все пройдет нормально, пацаны. Все пройдет.
Сейчас с вами тоже сыграть. Thank you.
космос. Цой. И у Цоя есть песня «Последний герой». Мы ее чуть переделали, мы сейчас сыграем ее немного в таком переделанном варианте. Посвященная Диме, конечно. Дима, это я шучу. Виктор Цой, «Последний герой». Наша интерпретация этой вещи. Цель далека, ночью так часто хочется пить. Ты выходишь на кухню, а вода здесь горька. Ты не хочешь здесь спать, ты не хочешь здесь жить. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. И таким, как ты. И таким, как ты. И таким, как ты. Ты хотел быть один, это быстро прошло. Ты хотел быть один, но не смог быть один. Твоя ноша легка, но не имеет рука. И ты встречаешь рассвет, зори кровь, дуром как. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Скорее уйти, телефонный звонок.
последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Песня, которую мы сыграем, ее тоже все знают, но опять-таки в нашей обработке она называется, я прошу прощения, там одно матерное слово есть, здесь дети, сука, любовь, я прошу прощения. Мы не знали, что здесь будут дети. Вот как двигалась эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которая, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давали, я взял их под сердцем, они там валялись. Так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета эткой боли, любовной печали. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Цвета цвета крови, бегущей по венам. Она так стонала, она так кричала. Я чувствовал телом, вроде того быть или не быть. Я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос. Как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя, как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где больно раны, как сок, сука, любовь.
сука, любовь. Вот как бит вам покажет, где боль, но раны как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Вот как бывает, не знаю той правды. Ты вылепил тело, поставил на карту любовь, которая так не хотела остаться с тобой. И она полетела туда, где никто никогда не страдает, тому, кто ее никогда не познает. Любовь из пластмассы, неведомой расы, любовь цвета боли, любовь печальная, любовь цвета крови бегущей по венам. Любовь цвета крови бегущей по венам. Она так стонала, она так кричала, я чувствовал тело. Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя, как. Вот где ответ, вот как бит вам покажет, где боль, на раны как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Вот как бит вам покажет, где боль, на раны как соль, сука, любовь. Сука, любовь. На раны как соль, сука, любовь. Сука, любовь, 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 на раны как соль. Сука, любовь, 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 на раны как соль. Вроде того быть или не быть, я хотел бы знать, как. Вот в чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя, как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где боль, на раны как соль, сука, любовь. Сука, любовь. Вот как битва покажет, где боль, на раны как соль, сука, любовь. Джага-джага, сука, любовь. Сука, любовь. Спасибо. Театр поэзии, товарищи. Где мы находимся? В театре поэзии. Да. Театр поэзии, вот люди. Вот это происходит у нас на камере. Это прямой репортаж. Да, супер. Вон там. Они постоянно делают перерывы. Тут два несчастных, кто-то смотрит. Мы забираем зепки. Я веду популярный эфир. Открой, вау. Хорошо. Следующая песня называется «Мы втроем». Она чуть-чуть будет пожестче. I
Тоже спеть вам какую-то песню. Для нас это тоже сюрприз. Послушаем все вместе. Не знаю, вот там. Пусть играет. Сейчас 5 секунд. Мы сегодня играем только свои песни. Это все наше. Ура! Если так для кого-то имеет значение. Так, следующая песня, которую мы сыграем, ну, банальная вещь, называется «Любовь». Попробуем сыграть. Давай, поехали. Небо
собою. Thank you.
Дорогие друзья, я хочу вам представить одну из лучших групп вообще, не только в Дагестане. Я хочу сказать, что это одна из сильнейших групп вообще в России. А если кто сомневается в понимании рок-музыки, я могу сказать, что это вообще не рок-музыка. Это просто люди, которые делают для вас добро. Эти люди говорят для вас спасибо, добро, чтобы все было нормально. Это великие музыканты. Пройдет время, вы еще будете радоваться, что вы их видели и знали. Спасибо, Саня. Расул, Геря. А, красавчики здесь все. Все, кто здесь стоят, все красавчики. Я вам говорю правду. Это настоящая великая дагестанская рок-группа. Хорошо. Космик Дэнс! Спасибо, Салик. Это был Салик. Следующая вещь называется, она сугубо дагестанская. Суета.
просим прощения за эту песню сразу. Просто прикол. Так, что, давай пошли. Давай. Эта вещь называется Билли. Это последняя тема была. Алина, бой свет, что меня кто-то взял машину. Давай.